Всем привет, меня зовут Кристина, я из города Екатеринбург, Волгоград, приехала в гости к своей сестре. Сегодня в торговом центре Европы проходит праздник. Здесь я уже купила классные пуфики в магазине Экспетра. Там очень мягкие игрушки, которые снимают стресс. Недавно я поняла, что хочу стать телеведущей, чтобы брать интервью у знаменитых людей. Так как я учусь в архитектурной академии, хотела бы брать интервью у архитекторов и знаменитых художников. Голосуйте за меня, и, может быть, я возьму у вас интервью. Привет, меня зовут Маргарита, мне 26 лет, я живу в Волгограде. Но я хотела бы попробовать себя в виде телеведущей, так как мне нравится очень путешествовать, и это здорово, знакомиться с разными людьми, общаться, брать интервью даже у звезд, это вообще супер. Вот, так что голосуйте за меня. Здравствуйте, меня зовут Виолетта, я люблю одеваться по моде и носить шикарные платья. Также я люблю шопинг, вот, и хотела бы стать телеведущей. Всем привет, меня зовут Аня. Сегодня я пришла из Европы Сити Молл, чтобы купить новые кроссовки. Я очень люблю заниматься спортом, и именно поэтому я, когда стану телеведущей, я буду вести программу о спорте. Всем привет, меня зовут Айжан, мне 15 лет, и я хочу стать телеведущей. Мне очень нравятся модные вещи там, и сегодня я обязательно куплю себе какие-нибудь клевые джинсы. Привет, меня зовут Ксюша, мне 8 лет. Я давно хотела стать телеведущей, потому что я давно хотела познакомиться с моей любимой телезвездой Псаем. Голосуйте за меня! Всем привет! Меня зовут Софья Колпакова. Я занимаюсь тхэквондо. У меня синий-красный пояс. Я хочу очень стать телеведущей. Все голосуйте за меня! Привет, меня зовут Аня, я увлекаюсь спортом, очень люблю общаться и хотелось бы стать телеведущей, чтобы завести новые знакомства и узнать больше людей. Голосуйте за меня! Всем привет, меня зовут Бисенгалиева Амина, мне 10 лет, я увлекаюсь музыкой и очень люблю рисовать. Я хочу стать телеведущей, потому что это очень интересно и познавательно. Голосуйте за меня! Всем пока! Всем привет, меня зовут Нарезова Ольга, я фитнес-инструктор. Хотела бы попробовать себя в роли телеведущей, потому что это я еще не пробовала. Голосуйте за меня!